сверлим очередную дырку под столб. Проблема основная на этом куске участка в том, что здесь раньше были фундаменты. Здесь очень много заглубленного кирпича. Ну что, потихонечку идем. Понятно. То есть больше заглубляться особо не хочет. Мне, в принципе, хватает и такой глубины на длину шнека. То есть полная труба у меня это метр. Ну, то есть здесь где-то сейчас заглублена она порядка 70 сантиметров. Мне этого вполне достаточно будет. Походу я там уперся в очередной кирпич. Конечно, его надо разбивать типа ломом. Но... Наверное, просто прекратим сверлить.